15 мая свой 85-летний юбилей отметила мариупольчанка, герой соцтруда, удостоенная многих других наград Екатерина Овчаренко. Возможно, Екатерину Васильевну знают далеко не все мариупольцы, но сметану в стеклянных баночках и мороженое в вафельных стаканчиках, выпускаемые ее бригадой в 60-е и 70-е годы, любили сотни тысяч горожан ее поколения. В свои годы Екатерина Васильевна выглядит замечательно и поражает своей удивительной энергией и приподнятым настроением, а самое главное – здравой памятью. На протяжении многих лет личный праздник именинницу поздравляют руководитель группы предприятий «Эко-Ильич-Продукт» и ОПТ Юрий Тернавский, ученики Екатерины Овчаренко, которым она передавала свой опыт и любовь к профессии. Вот и сегодня сотрудники предприятия поздравляли с праздником свою бывшую коллегу. В своем поздравительном слове Юрий Иванович подчеркнул, что Екатерина Васильевна – легенда Мариупольского молокозавода, часть его славной истории. Вы герой настоящий, потому что вы герой нашего времени. Вы пример для подражания, для подрастающего поколения. Тот жизненный опыт и тот подвиг, который вы совершили, является для нас бесценным примером, для молодежи, для молодых руководителей. Вот ваше предприятие родное, Мариупольский молокозавод, который работает уже больше 70 лет в городе Мариуполе, воспитал очень много технологов, лаборантов, значит, операторов, значит, ну, самой яркой страницей, допустим, самым ярким человеком являетесь вы у нас. Вы у нас единственный герой социалистического труда в городе Мариуполе в данный момент. Значит, и мы с большим уважением к вам относимся, потому что вы самая яркая страница нашего предприятия. На своем ярком жизненном пути Екатерина Овчаренко была удостоена множества весомых и престижных в то время наград. Звание Герой социалистического труда, кавалер двух орденов Ленина и Золотой звезды Серп и Молот. Она неоднократно представляла наш город столицы, избиралась делегатом Республиканский комитет защиты мира. Юная Катя приехала в Жданов из села Старченково сразу после школы. В селе работала 14 лет. Сразу после войны пришлось трудиться медсестрой в колхозе и в больничной лаборатории. На молокозавод пришла без какой-либо профессиональной подготовки, но всю жизнь проработала на одном предприятии. С особой гордостью вспоминает Екатерина Васильевна о молодости и работе на молокозаводе, где она трудилась 38 лет. Работала я на молокозаводе, сразу на мойке, потом разливала молоко по 7 тонн вручную, а потом стала вафли выпекать. А потом, когда построили новый молокозавод, я была бригадиром вафельного цеха, потом меня перевели в остающую бригаду сметанный цех, и я там проработала 38 лет всего на молокозаводе. А пришла с трудовой книжкой, до них уже у меня было 4 года трудового стажа. С большим теплом о главе семьи отзываются дети и внуки. Коллеги не менее тепло отзываются о своем наставнике. Коллективу очень повезло, действительно, что такой человек... Первое, он передал достойную эстафету нашему коллективу трудовому, где очень много молодежи. И мы гордимся тем, что в нашем трудовом коллективе действительно вырос и передает свои знания герой социалистического труда. Я хочу сказать, что мне повезло, потому что я пришла на завод и работала под началом этого человека. Вот училась всему тому, чему нужно было учиться, и на сегодняшний момент результаты нашей деятельности – это тоже ее заслуга. Заслуженный металлург Украины Константин Курбчи назвал Екатерину Васильевну бриллиантом, потому что из 11 героев соцтруда она единственная осталась в боевом строю. Конечно, мы гордимся ею, гордимся ее достижениями, и самое главное, мы гордимся тем, что она вот всегда на боевом посту. С ней всегда можно... пообщаться с ней, всегда, у нее всегда можно получить надлежащий ответ на любой вопрос. Отвечая на приветственные слова коллег, Екатерина Васильевна от всей души пожелала им здоровья, благополучия и всего самого доброго. Коллективу я всегда желаю здоровья, я их иногда поздравляю, здоровья, благополучия им, их семьям.